Дня всем. Сегодня на обед у меня борщ и варится фасоль. И вот от капусты осталась кочерыжка такая твердая. Обычно мы эту часть выбрасываем или отдаем курочкам. Вот я обычно и мариную. Нарезаю кусочками такими большими. Добавляю все, что у меня есть. Морковь. Туда входит чеснок, несколько маленьких с этих кусочек свеклы, это у меня осталось после засолки помидор, чесночок, потом у меня несколько листочков этих базилики, стебли укропа. Одним словом, все, что остается, все, что не нужно, идет в ход. И я в итоге варю, значит, маринад вот такой, в такой вот этой кастрюле. И доливаю сюда. И на второй день капуста такая, она готова. Можно кушать, можно угощать. Можно в баночку ее брать в холодильник. Она прекрасно идет как закуска к любому блюду. Поэтому вот вам такой совет молодым хозяюшкам, куда применить остатки от капусты. Очень она бывает и хрустящая, и вкусная. Так что, если кому-то интересно, буду показывать весь процесс уже в следующем видео. Пока-пока.